Об этих и других событиях подробнее. В администрации Анапы состоялось общее собрание Анапского отделения Краснодарской региональной организации Всероссийский совет местного самоуправления. На повестке дня отчет деятельности местного совета – приоритетное направление на 2013 год. Мы все чаще получаем от руководства страны подтверждение его высокой заинтересованности в развитии местного самоуправления. Последнее тому подтверждение – это утверждение Дня местного самоуправления, который мы торжественно отметили на прошлой неделе. В настоящее время в Анапском отделении на общественных началах работает 97 человек. Среди них депутаты, предприниматели, учителя, работники культуры, спортсмены, воспитатели. По итогам года работу местного совета посчитали удовлетворительной. В итоге участники вновь избрали руководящие, контрольные и рабочие органы местного отделения. На заседании регионального совета было принято решение единогласно поддержать кандидатуру Кочетова Леонида Ивановича на должность председателя местного совета Анапского отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления.